В Кирове может появиться еще один торговый центр. Его построят вплотную к тому, что уже строится сейчас на перекрестке улиц Московской и Солнечной. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области. Общественники собрались обсудить благоустройство реки Люльченки в том районе. Новость о том, что на небольшом участке Московской и Солнечной, помимо торгового здания федеральной сети, может вырасти еще один торговый центр, для многих стало сюрпризом. Это выяснилось в ходе обсуждения вопросов благоустройства реки. Некоторые члены Общественной палаты считают, что бизнес там не старается благоустроить территорию вокруг. Общественники попытались узнать, почему власти не могут потребовать от предпринимателей заняться благоустройством набережной. Выяснилось, что таких полномочий у муниципалитета нет. Более того, прозвучала информация, что вся земля в районе Московской и Солнечной напротив улицы Ердякова находится в аренде, и кроме крупной федеральной сети, строить торговые площади будет местный бизнесмен. Нельзя же строить большой там гипермаркет и оставлять в разрухе прилегающую территорию. А в каком виде она сейчас, мы с вами себе хорошо представляем. Все ездят по этим центральным улицам и видят, что прошла там вырубка деревьев, которые там по берегам Люльченки произрастали. Илья Вячеславович поставил задачу всем структурным подразделениям, которые имеют отношение к этому вопросу, взять вопрос на контроль, проверить использование земель, участках, наличие проекта, соблюдение правил нашего устройства, то есть взял под личный контроль данную территорию.